Автоматическая кофемашина с 10 программами приготовления напитков и контейнером для зерен двух видов. Сегодня в обзоре посмотрим на кофемашину серии Caffeo от компании Melitta, модель F630-101CiTouch. В комплекте с устройством прилагается емкость для молока, гарантийный талон и пользовательская инструкция. Кофемашина выполнена в пластиковом корпусе с металлическими вставками. Ее габариты 345 на 255 на 475 мм. Весит она чуть больше 9 кг. Сверху располагается контейнер для зерен на 270 граммов. Он разделен на две части, чтобы в него можно было засыпать зерна разного вида и выбрать нужные под каждый напиток. Переключатель между отсеками находится тут же. Также есть отделение, куда можно засыпать уже молотый кофе. Ниже разместился резервуар для воды объемом 1,8 литров. Сбоку к шлангу крепится контейнер для молока. Подача молока происходит там же, где и наливается кофе. Переносить чашку из одного места в другое не придется. Излив на две чашки регулируется по высоте. Поддон для капель снимается. У кофемашины электронная система управления. Здесь есть ЖК-дисплей со всевозможными подсказками. Выбрать нужный напиток можно поворотной ручкой и нажатием на одну кнопку. В меню есть 10 готовых программ для приготовления кофейных напитков. Например, эспрессо, капучино, лунго или макиато. К тому же можно создать до 4 отдельных профилей с индивидуальными рецептами напитков, отрегулировав крепость кофе и пропорции молока. При мощности в 1400 Вт давление помпы в кофемашине достигает 15 бар. Обратим внимание, что в машину встроена система самоочистки для всех деталей, контактирующих с молоком. Варочная группа здесь съемная, что тоже облегчает очистку. Кроме того, здесь установлен фильтр для воды AquaPro, который позволяет не только очищать воду, но и защищать машину от накипи. Менять его можно раз в год. Подведем итог. Эта кофемашина подойдет для искушенных кофеманов. У нее 10 автоматических программ для популярных кофейных напитков. Есть возможность создавать индивидуальные рецептуры. А конфликт между арабикой и робустой, средней или сильной обжаркой зерен, решит контейнер с двумя отсеками. Машиной просто управлять и легко очистить после использования.